Амстердам и отель Гранд Будапешт. Наверное, воровка книг, йод, два. Нашли в Нью-Йорке. Йод, сериал. Все можно, все можно. Эйфория, Элита, можно. Движение вверх, тренер Картер. Уэса Андерсона, Стивена Спилберга, Джеймса Кэмерона. Федор Бондарчук, например. Уилл Аллен. Все. Катя Люмьер. Я предположу. Тот, кто главный сценарист фильма. Тот, у кого задумка, тот, кто визуализирует все. Сценаристы, гримеры, постановщики, декораторы. Кто-то свет ставит. Еще кто-то. И еще какой-нибудь. Второй режиссер, например. А что делает второй режиссер? Помогает тебе. Всего, наверное, около недели. Ну, не знаю, месяца, может быть, месяца два. Не больше года. Способ выражения своих чувств. Ну, это и искусство еще. Кино — это творчество. Часть жизни, кажется. И визуализированная задумка какого-либо человека. Я бы хотела посмотреть на сам процесс съемки. На как проходят съемки, вот еще подробнее узнать, как они проходят. Наверное, как ведет съемочный процесс, я это представляю с дилетантской точки зрения, скорее всего. Нет такого. Хочется знать все. Я не помню так. Не знаю. Что, издеваешься? Я не знаю. Один простой двухчасовой фильм. Хотите знать, почему дети были так сильны? Тогда приходите на наш кинокурс и лучше узнаете все ответы. Мы, лучшие студенты и лучший частный художник Академии Америки, представляем наш курс кинопроизводства. Мы будем изучать историю кино, расскажем о значимых фигурах кинематографа. Мы изучим с вами множество теоретических аспектов, а помимо этого мы уделим огромное внимание практике, потому что практика делает киношники одно из самых главных вещей. И зачастую на курсе делают очень коммерческие направленности. Мы же истинные любители кино, хотим принести вам его с точки зрения искусства. Приходите к нам на кинокурс!